По сложившейся традиции, на следующий день после выпускного бала руководитель районной администрации Сергей Деревянко встретился с выпускниками, закончившими школу с золотыми и серебряными медалями. Их в этом году 9 человек. На встрече присутствовали виновники торжества, родители, классные руководители, директора школ и работники образования. Много теплых слов, пожеланий было сказано в адрес присутствующих. Говорили о том, что учиться на отлично сложно, а медаль – это результат совместного труда учащихся, родителей и классных руководителей. Хороший урожай медалей собрали учащиеся школы имени Геннадия Кравченко, учителем, наставником и классным руководителем которого является Каргополова Ирина Васильевна. За ее педагогическую деятельность такое явление не впервой. Я испытываю большую гордость за своих детей. Но класс у меня действительно очень потрясающий. Все 16 человек, все очень умные, все неординарные. Ну вот, добиться медали удалось 6 детям. Вначале были их родители, такие же медалисты, такие же умные. А сейчас еще более одаренные – это их дети. Медаль за особые успехи в учении еще надо заслужить. Она так просто не дается. Это 11 лет труда, терпения и стремления к знаниям. Ну, как бы были времена, когда все было очень просто. Это, ну, первые года в школе, конечно. Было времена, когда все было очень сложно, и учиться, и учителей как-то нужно было, радовать своими достижениями. Это было тоже очень сложно. Было сложно и с физикой, и с химией, но, тем не менее, я как-то справился с этим. Вот. Но сам путь... К медали, да, он сложный, это без сомнения вообще. Половина успеха, конечно, зависит от поддержки и понимания учителей и родителей. Ведь это они ежедневным и кропотливым трудом вселяли веру в свои силы, помогали там, где что-то не получалось, а иногда и просто заставляли в виде способности своего ребенка. Не все давалось так просто. И это долгий и тернистый путь, сложный. Наконец-то мы прошли. Я очень рада, что дети, не только мой ребенок, но и все наши дети добились таких прекрасных результатов, которыми мы можем гордиться. И я думаю, что все родители, конечно же, переживали за наших детей, болели, были всегда с ними рядом, и мы будем рядом с ними всегда. Хотелось бы от всех родителей пожелать им удачи и в добрый путь. Руководитель администрации выразил слова благодарности родителям, педагогам выпускников-медалистов, а также вручил благодарственные письма, цветы. После окончания торжественного приема в районной администрации медалисты отправились в Сыктывкар для участия в республиканском выпускном вечере.